Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов. Мануэль Вилар, вождь тлашкательков Тлауиколи, сражающийся в гладиаторском бою. 1851 год, окрашенный гипс 216/135/132. Испанский ваятель Мануэль Вилар приехал в Мексику в 1846 году и с этого времени стал преподавателем Академии Сан-Карлос. В обучении студентов он уделял большое внимание рисунку, способствовал пополнению академической коллекции скульптурных копий. Одной из выдающихся работ мастера стала статуя легендарного героя Тлауиколи. Между столицей ацтеков и городом-государством Тлашкалой устраивались так называемые цветочные войны, целью которых был захват пленных для принесения в жертву богам. Несчастного привязывали к каменному диску, положенному плашмя на низкую пирамиду. Ему надлежало противостоять одним лишь деревянным оружием, нескольким бойцам в полной амуниции. Этот вид жертвоприношений испанцы сравнили с гладиаторскими боями Древнего Рима. Исход схватки был предопределен, и обычно жертвоприношение поверженного совершалось быстро, но попавший в плен вождь Тлауиколи оборонялся от врагов столь мужественно и бесстрашно, что ацтеки даровали ему жизнь и доверили командование большим военным отрядом. Вернувшись с почестями после успешного похода, герой потребовал смерти на жертвенном камне у главного храма. Ну вот такое описание в интернете к работе Мануэля Вилара, вождь тлашкальтеков Тлауиколи, сражающийся в гладиаторском бою, я нашел в интернете текст по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.